Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим парктроник от компании iDeal, модель D069 Black в черном цвете. Здесь у нас 8 датчиков, то есть для переднего и для заднего бампера. Идет парктроник. Поставляется он в фирменной упаковке. Внутри вот так вот все упаковано. Здесь находится оригинальный гарантийный талон вместе с инструкцией. Двухсторонний скотч для монитора и центрального блока управления. Кабель питания, подключается он сугубо на 12 вольт. Монитор, как показывает визуально к препятствию, сколько осталось, какая дистанция, так и со звуковым сопровождением идет. Центральный блок управления. Фреза размером 18,5 мм. И также 8 датчиков вместе с удлинителями. Датчики черного цвета, глянцевого, размер, диаметр 18,5 мм. Срабатывают они на расстоянии от 30 см до 2,5 метров. Сейчас мы один из датчиков подключим и визуально посмотрим, как срабатывает он и как выводит изображение на дисплее. Подключили один из датчиков на питание и теперь смотрим, как срабатывает. Напомню, срабатывает парктроник как визуально показывает расстояние к препятствию, так и со звуковым сигналом. То есть чем ближе препятствие, тем чаще звуковой сигнал. При покупке на комплект данного парктроника обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.